Здравствуйте, уважаемые зрители. Продолжаем наше увлекательное прохождение. У нас тут конец третьего акта. Паучьи пещерки знаменитые. Давайте немножко наколдуемся. Будем сначала вниз, потом сходим сюда, и потом уже пойдем в первый мир и пачку буков. Проклятый бог Кен не принес мне ни пояса, ни второго кольца, паразитская скотина. Это очень печально. Что поделать? Что не поделаешь? Так, ладно, давайте-ка. Постовочку сделаем. Забыл поменять. Ладно. Давай в пасть. Ну, паучки. Не попало. Давайте просто бахнем. Господин Якун не подводит. Джавелин плюс 2 нашли. Замечательно. Ловушка с паутиной. Так, шляпка плюс 4. Это для тебя. Давай шляпку плюс 2 дадим этому челику. Она ему что-то дает плюс 4? Ничего, да? Тогда
Тогда вот так сделаем. Мгновенная вражда. Два таких. Пулинах. Так, сейчас пойдем убивать, значит, паучку. Так, что-то мы подняли. Что мы не чекал, что там? Это еще сколько опыта нужно до 11 левела? Я, честно говоря, непонятно, где я смог провафлить столько опыта, что мне прям не хватает жестко. Выходим как инвалиды. Так, давай-ка. Что-то как долго. Так, бери пока эту фигню. Пес наступил на ловушку. Не-не-не-не-не-не. Убегай. Бедная Тристаночка упала там где-то. Давайте ее поднимем. Ничего себе. А кто так пёселя-то прогрыз? У меня ж пёсель-то умрет такими темпами.
Дайте угадаю. Сейчас паучки со всех сторон на меня нападут. Ну, конечно. Кто бы сомневался. Чёртовы пауки, а? Ты можешь не жрать мне мейна, пожалуйста, очень тебя прошу. Спасибо. Где забилось там? Блин, его сейчас сошут, да? Конечно, кто бы сомневался. Ну что ты делаешь, чудовище? Он теперь поднять его не сможет. Ты можешь отойти? Спасибо. Something bothering you? There are other ways to cast this spell. Ну, конечно, уже не может. I'm listening. Обожаю эту локацию. Узкие коридоры и пауки со всех сторон нападают. Пояс физической силы. Держим. Давай на этого денем. Так, ладушки, оладушки, что там дальше там? Right here.
here, my friend. Any brilliant ideas? What troubles you? Just letting the ink dry. Что, больше не будет пауку? Слава богу. Да я уже у гнома посплю, тут осталось там 2,5 энкаунтера с пауками погаными. Конечно, надо было по нему попасть. Кто бы сомневался. Нет. Но сейчас Ригангара грохнут, да? Я, смотрите-ка, не попал. Вот это поворот. И плюс все наши у нас закончились уже. Посмотрим пока мультики.
Что, мультик закончился? Где там наша птичка? Так, господин Ригангар. Господин Ригангар забаговался инвентарь его. Я понял. Возьми себе волшебный фонарь. Знаете, мне кажется, нет смысла этому улучшать оружие. Он и так всех развалит просто. Так, помним про красных чаровниц. Давай-ка еще эту дурынду уменьшим. Ну пойдемте убьем мантикора. Давай только чуть побыстрее пойдем, хорошо. Кости надо забрать. Чи. В атаку на врага! Отлично. Так. В атаку врага. Эй, это что такое было-то, алло? Взял мне просто бахнул, короче. Пса. Ну
Блин, пес сдох, что ли, совсем? Охренеть просто. Пес, как ты сдох, алё? Ты чё? Ладно, пес там не особо нужен, прямо скажем. This is where I step in. You offend me. A clever. Еще 15 тысяч опыта мне надо нахоботить, а это очень тяжело сделать. Your time is over. Applause, please. Потому что тут все лицо у нас в поганых паучках. На ловушках. Не знаю, кто это придумал вообще. Это же бред. Зачем столько ловушек? И паучков. Ну могли бы поставить одного паучка. Ну двух. Ну зачем на каждой ловушке по паучку?
troubles you? Yes. Давай. Этим. Конечно, надо было по мейну бахнуть. Кого же еще можно ударить? Так, все, доходили, да? Так, отлично, пойдемте обратно сейчас. Надо найти эту синенькую фигню. Вот она. Снимай. Поехали. Где там этот? Где фонарь там? Надевай. Может пройти, конечно же. У меня тут ваниши были. Давайте немножко ускоримся, а то тут дождик какой-то пошел. Почему ее-то? Бедная пристаночка. Ведь-то сдохла. Опа. Ну чё, мы готовы? Я готов.
true. Any last wishes? Он засал. Плюс 480 экспы. Пояс физического великолепия. Кому оденем? Ну, давай тебе. Dawnflower, grant me strength. Так, собрали всякую чепушню. I'll share my path. Пик. Господин Регонгар, где там ваш фонарь? Очень неудобно, конечно, браслет фонарь постоянно теребонькать. Тык, ну да ладно. Так, давай-ка защиту от яда на всякий случай. Все. Так, чё всё-то, чё всё? Давайте себя за это лучше. Мне кажется, я забыл что-то на пса накинуть. Поэтому он и подсдох. Так, не забудь защиту от огня. Так, все, все готово. Алло.
I'll share my path. You require my assistance? My skills are getting rusty. I aim true. The hard way. Что-то дергают немножко, давайте как-нибудь заканчивать. Что, не попал, что ли? Лошара. Ну, привет. Ребята, ну почему ее-то? Ну почему ее? Почему из всех ты именно решил пожрать мою девчонку? Зараза, чуть не убил. Дай мне, пожалуйста, это самое там похиляться. Так. Ну, я вроде всех уже убил. Короче, туда отправляем Линзю и это самое. Я сейчас.
wonder. Минус 18 бёрна. Так-то. Значит, туда Ригангар, эта девочка и вот этот парень. Так, Ригангар, девочка и парень. Здесь эти втроем остаются. Я думаю, что они справятся. Где там еще этот волк поганый? Вон он. Ваншот, кстати. Тринадцать. Короче, что-то этот... его зовут-то. Я готов. А где там проклятые эти самые там появляться будут? Уже вон со всех сторон полезли. Мантикоры. Первогидры. Куча дрянь. На вот тебе первогидра. На вот тебе поганая мантикора. Черт, я забыл нажать на двоечку. Ну что это такое?
time is... Давай бахнем. Плюс 20, да? А шанс попасть какой? Элементальное переполнение. Плюс 3. Ну, короче, выгорать на полную нет смысла. Потому что оно все забагованное. Конечно же. Кто бы сомневался. И чё? Все равно не хватило на левел. Я просто в расстройстве. Что за фигня? Ну, пойдемте отсюда. Так, ну тут все сломалось у нас. Ну, значит, на этом мы заканчиваем. Всем спасибо. Пока-пока. Еще увидимся.